В Люберцах завершил работу временный стационар для больных коронавирусом, который был размещен на базе ФОК. Сейчас оттуда вывозят оборудование и готовят помещение к косметическому ремонту. Наша съемочная группа узнала, когда двери физкультурно-оздоровительного комплекса откроют для спортсменов. Экстренное перепрофилирование Люберецкого ФОК началось в конце октября. За полторы недели спортивный объект стал ковидным госпиталем. Косметический ремонт и переоборудование помещения взяли на себя сотрудники ЛГЖТ. Сейчас эти же люди возвращают все на свои места, перевозят мебель и конструкции на склады больницы. У нас стоит задача, чтобы все это вывести отсюда и сделать косметический ремонт. И предоставить нашим спортсменам в первозданном виде данный объект. Даже, может быть, еще и лучше. Будем стараться для наших люберецких спортсменов. Со своей задачей сотрудники управляющей компании справятся за полтора месяца. В апреле сюда начнут завозить спортивное оборудование, которое все это время хранилось за пределами ФОКа. Начнем готовить ФОК уже к проведению мероприятий спортивных, тренировок. Честно сказать, все уже соскучились. И работники учреждения, и сами спортсмены, и тренеры, которые здесь были. Вот настал такой хороший момент. Спортивная жизнь окончательно закипит здесь в мае. Именно тогда начнутся первые после долгого перерыва занятия. Во время летних каникул Люберецкий ФОК будут готовить к учебно-тренировочным сборам. Луиза Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.